Верите вы в сказки или не верите, они существуют. И одна из них называется «Орифлейм». Меня зовут Тамила. Это мой муж Владимир. Мы являемся консультантами компании «Орифлейм» уже 11 лет. И, наверное, я благодарна Богу за тот день, когда я подписала контракт с компанией «Орифлейм». До «Орифлейма» я жила как все. Не было денег, какие-то проблемы, поднять детей. А в «Орифлейме» мне изменилось все. Как я думаю, как я отдыхаю, как я одеваюсь, в какие магазины я хожу. Но мне об этом очень трудно говорить, потому что я понимаю, что я живу в другой жизни. И эту другую жизнь мы сделали сами. Это огромный труд. Это того стоило. Но мама всегда мечтала, чтобы я стала звездой. И мечта была настолько сильной, что она осуществилась. Но немножко поздно, но осуществилась. Когда мне предложила «Орифлейм», вот первая реакция была «нет». Потом Владимир говорит: «Ну ты же все равно пользуешься косметикой. Это все-таки Швеция, там не Тайвань. Давай попробуем». Ну, мы сразу познакомились с планом успеха. Я начала работать. Но тогда я работала не совсем правильно, потому что это были продажи, 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 контакты, продажи. В основном акцент был на продажах. Мы заработали $900. И это были очень большие деньги на то время для нас. А на второй месяц у нас было уже 3500. Но тогда я уже не только продавала, но и приглашала людей. Я просто видела разницу между продажами и приглашениями. На третий месяц мы занимались уже обучением людей, и это было 10 тысяч. Дальше начались те самые чудеса. Я шла мимо красивых-красивых магазинов, витрин, драгоценности, машины, шубы, там все что угодно, туфли, обувь. Я себе сказала: я это куплю. Это такое красивое выражение. Деньги – это отчеканенная свобода. Если говорить, что в моей жизни изменилось, я могу точно сказать – я свободна. Деньги – это всего лишь средство для достижения. Важно не количество, а возможности. Я свободна. И это не слова. Я действительно свободна. Мы очень часто говорим, что мы работаем не ради денег, а даже не ради их количества. Мы работаем ради их возможностей. У нас совсем другие возможности сейчас. У нас с мужем всегда были хорошие отношения. А этот бизнес нас с мужем просто очень сильно объединил. Относительно недавно вот наша младшая дочь говорит: почему вы мне на ночь не читали сказки, вот как другим детям? А папа сказал: ты извини, мы тебе на самом деле не читали сказки на ночь, чтобы сейчас подарить тебе жизнь как сказка. Сейчас она стала большая, заканчивает школу и имеет возможность выбрать любой вуз мира. Это только благодаря «Орифлейм». У нас жизнь сейчас на самом деле как сказка. То есть я в любой момент могу полететь в любую страну мира, купить все, что хочу. Ну, наверное, об этом может мечтать каждая женщина. Компания «Орифлейм» проверена временем. И будучи акционерами компании, мы просто видим ее рост. То есть как интенсивно компания растет. Не так много на Земле сетевых компаний, которые успешно 40 лет. Для меня это самый сильный аргумент. 40 лет непрерывного движения вперед, 40 лет успеха, 40 лет все время такое выше, выше, выше. Товарооборот растет, количество людей растет, товар улучшается, сервис улучшается. То есть, на самом деле, у этой компании огромное будущее. Сетевая индустрия, в частности, конечно, для меня компания «Орифлейм», это на самом деле удивительный бизнес, потому что он помогает человеку решить абсолютно все его проблемы. Что вы хотите? Деньги, слава, свобода, путешествия, удовлетворение амбиций. Что вы хотите? Здесь нет потолка. Это косметика натуральная, надежная, доступны цены, хорошее качество. Для меня это компания, это, наверное, как родители. Понимаешь, что это моя жизнь, мои мысли, моя радость, моя боль. Я в этой компании прошла через зависть, через предательство, через кризис, через признание, через славу. Однажды мне моя соседка показала журнал, в котором была свадьба шведской королевы. Это было очень красиво, но это действительно было недостижимо. Это был просто красивый журнал, сказка. И когда я пришла в компанию «Орифлейм» и узнала, что
есть возможность встретиться с королевой, я очень-очень сильно это захотела. Это было просто невероятно и почти, ну, почти просто нереально. И муж сказал, ты никому об этом не говори, потому что люди будут просто смеяться. И тогда я точно решила, что я хочу сделать что-то невероятное, чтобы встретиться с королевой. Я, наверное, до сих пор не могу в это поверить, что это со мной случилось, хотя об этом мечтала, и я это ждала. Я единственный консультант на Земле из всех сетевых компаний встречалась за свои заслуги с королевой. На Земле, на самом деле, очень-очень много сетевых компаний. Компаний много, но ваша жизнь одна. Так вот, будьте очень внимательны, когда вы будете отдавать свою жизнь какой-то компании. Я отдала этой компании уже 11 лет. Никогда не пожалею. Если вы поверите в то, что ваша жизнь может навсегда измениться, если вы не поверите в то, что ваша жизнь может навсегда измениться, вы одинаково правы. Быть богатым или бедным – ваш выбор.